Всем привет! Я тут проскоком в Москве, завтра улетаю уже. Был на войне викингов, но это то, что вот я занимаюсь реконструкцией, да, хорошо повоевали, отлично. Я поснимал видосы там как смог. Ну вот что-то смонтирую, посмотрим, что получится. На войне очень сложно снимать, потому что я всегда воюю, даже если я не воюю, то ты с телефоном бегаешь там как-то сзади, и в основном у тебя спины получаются, спины, и что-то там за спинами происходит. А по поводу Нгоронгоро делаю дальше части. У меня накопилось много материала про оружие, ну прям совсем много. Я решил его в отдельный видос как бы собрать, да. Эти сюжеты были сняты в разное время. Сейчас давайте их посмотрим. Кому интересно вот оружие и все, что с ним связано, да, оружие Масаев. Давайте посмотрим, и я свои комментарии вам порассказываю. Сейчас давайте, так как я в Москве, а меч и дубинки у меня в Черногории, с нами на связи мой помощник. Он вам сейчас немножко расскажет, покажет. Он, конечно, не так хорошо шарит, как я, но извините, вот как есть, да, я тут, а оружие там, и он там вместе с ним. Вот, смотрим внимательно. Итак, еще раз привет. Просматриваем оружие. Давайте начнем с самого, ну, то, что есть вообще у всех масаев всегда обязательно. Вот, это меч, насколько я понимаю, но, возможно, по классификации он подходит под какое-то другое оружие. Не знаю, может быть, он называется тесак. Ну, давайте будем называть меч. Значит, так как у масаев много разных групп, племен и несколько языков, я думаю, что много наречий, оружие тоже называется по-разному, у этого меча много названий, но будем давайте называть его семе, да? В том племени, где я его получил, его называют семе. Значит, в чем момент? Во-первых, размеры действительно очень сильно похожи, размеры и пропорции, да, очень сильно похожи на гладиус, но выяснить, что у них были какие-то контакты с римлянами, конечно же, не получилось. Я думаю, что, скорее всего, их не было. Это просто с точки зрения практики он похож. У него очень удобная длина. Его, когда носишь на бедре, тут вот специально есть для ремня крепление, об этом сейчас попозже скажу. Вот, он не мешает совсем. Вообще, масаи с ним, по сути, живут вообще всю жизнь. Я даже видел такие уникальные моменты. Масаи на Занзибаре на пляже играли в футбол, и у них мечи у всех были на бедрах, и они им вообще никак не мешали совершенно. То есть он вообще никак не сковывает движение, когда он на бедре висит. Следующий момент — вес. Он весит, ну, я думаю, что грамм 200, наверное, может 250 вместе с ножнами. А почему так? Потому что с ним нужно много-много ходить, десятки километров в день и бегать, да, часто, долго и много. Естественно, он мешать совершенно не должен. Вот, собственно, он поэтому очень легкий. Этого веса вполне хватает, чтобы убить любого неодоспешного противника. Вот, и я думаю, что попасть, даже если он будет как-то там одоспешен или защищен щитом, то мы же в щит не будем бить, правильно? Мы будем стараться в открытое место куда-то ударить. Еще один момент. Так как с ним много бегают, прыгают, он, естественно, не должен выпасть или потеряться, да, поэтому он очень плотно сидит в ножнах. Я вот сколько смотрел их мечей, они в основном все такие. То есть его даже, видите, вот как бы при желании невозможно. Вот он чуть-чуть выскочил. То есть нужно прям сильно его трясти. Если ты с ним бегаешь, вот смотрите, ничего не происходит вообще. То есть он выскочить практически не может. Очень плотно сидит в ножнах. Давайте сначала рассмотрим ножны. Ножны из коровьей кожи. Очень сильно провощенные. То есть, как это делается, для тех, кто не совсем хорошо разбирается. Берется кожа, нагревается на костре. То есть, кроме костра, воска и кожи больше ничего не нужно. Протирается воском, прям когда она совсем горячая. Поры открываются, да? Значит, высохло еще раз, высохло еще раз, высохло еще раз. И так, пока она не перестанет в себя впитывать воск и вся не пропитается. То есть она вот такая становится, прям как дерево. Ее невозможно согнуть, можно сломать. То есть она становится после этого ломкая. Ну, не прям совсем ломкая, но сломать можно. Тут нанесен какой-то этнический узор.
Он не очень красивый, ровный, симметричный. Вернее, совсем не красивый, неровный, несимметричный. Но вот у Масаев, как правило, эти узоры есть. Да? И мне нравится алюминиевая пимпочка тут на конце. Это зачем? Это чтобы, когда ножны будут обо что-то тереться, да, своим кончиком, кончик очень быстро стирается здесь, ножны начинают разлазиться. Вот, наконечник должен быть обязательно, как правило, его делают. Вот, ножны непромокаемые, шито все видно, что вручную, швы все хорошие. И сверху еще дополнительно промазан шов воском. Сейчас, вот. Вот сейчас хорошо видно, да? Вот воск блестит. То есть, по сути, если идет дождь, конечно, если прям ливень стеной, сюда вода попадет, зальется. Но если дождь или высокая влажность, то ничего не будет. То есть, он хорошо защищает от влаги. И вот здесь на римских мечах, на гладиусах, как крепилось, здесь были колечки, тут и тут, да? А вернее, тут два и тут два, тут не было. Вот, тут другая система крепления совсем, то есть здесь просто кожу, значит, отрезали, оттянули и шили обе дырки, причем это довольно сложно, вот так вот нужно туда в дырку попадать, чтобы шить. И получилось вот такое крепление для ремня, то есть туда прям вот в дырку, в эту ремень засовывается. Я вам сейчас покажу, у меня тут совершенно случайно оказался англосаксонский меч, нож, лонгсакс, это такая гибридная форма, это и не меч, и не лонгсакс, не пойми что. Это меч Адама, он сделан полностью по историческим археологическим источникам, то есть это точная копия по размерам, по весу. Кстати, мы не умеем делать мечи так, чтобы они не выскакивали, не выпадали из ножен. Как правило, если наш меч перевернуть, потрясти, он выпадет, да, и он совсем выпадает и теряется. Вот у него такая хищная очень форма. Вообще вот такой формы обычно делали лонгсаксы, то есть это такие, или саксы, да. Это именно ножи, и у него должна быть ручка, как у ножа. А у него ручка, как от меча, лезвие, как от ножа. То есть это такая переходная форма, но это англосаксы, германские племена, да. И вот он был такой небольшого совсем размера. То есть это для сражения в каком-то в ограниченном месте. Вот у тебя мало места на корабле или в помещении где-то. Это людям прокалывать кольчуги, вспарывать. Так сейчас меня об этом немножко. Вот здесь легко увидеть крепление. То есть это 6-7 век у нас. Здесь крепление точно такое же, но только оно массивнее, побольше. Дырка больше, вот ее сейчас видно, да? Легко понять. Причем носят именно не вот так вот к телу, да? Ну вот, допустим, вот моя нога, то есть не так. Вот сюда ремень продели, он такой болтается. Продевают ремень и меч ремнем прижимают к телу. И масаи так носят, и англосаксы тоже так носили. Есть очень много картинок, которые нам об этом говорят. Так вот. А, ну и смотрите, здесь тоже есть... Вот, собственно, наконечник, чтобы кожа при трении не стерлась и отсюда не разлезся. Вот, вот он сшитый, вот у него шов. Так вот, следующий момент. С ножнами вроде разобрались. То есть, очень удобная штука, они меньше 100 грамм весят, прям совсем легенькие, может быть, грамм, не знаю, 70. Далее, сам меч. Форма почему такая? Смотрите, он здесь узкий, к концу расширяется, да? А с чем это связано? Это ты колешь, ну, то есть это только против людей. Понятно, что льва такой штукой убить, ну, никак не получится, он тебя быстрее загрызет и раздавит, да? Вот ты колешь, он вошел в тело, потом поворачиваешь, и когда ты вынимаешь, видите, он расширяется и разрезает еще раз. То есть получается, что раны все такие, вот ты... воткнул, порезал и вытащил, еще раз порезал. Получается, у тебя такая разваливается кожа. Значит, поэтому такая форма. Они у них все вот именно такой формы. То есть к концу расширяются обязательно, да?
Интересно, что с кончиком, какой момент, вот у этого кончик острый, то есть он сходится, да, и он прям наточен. Хорошо очень. А вот. А я у них, у Масаев, именно на руках и на рынках видел очень много. Здесь он прям совсем тупой, то есть полностью он вообще вот на плоскость сведен вот так вот. Спрашиваю, зачем такое? А, рассказывали, что вот у нас бывают конфликты, масаи с масаями из-за чего-то воюют, из-за тех же коров, например, да? И вот, чтобы человека поранить, но его не убить, чтобы потом не выплачивать виру, значит, оплаты все, вот, и все остальное. Напоминаю, у них там 1:20, то есть вот у вас произошла ссора, вы подрались, ты, значит, его затыкал вот таким вот мечом, который здесь тупой, да? Он... раненый, в крови, убежал, допустим, домой, но ты его не убил. Вот как бы вот такой важный момент. Таким, если ткнуть, конечно, человек умрет. И интересный момент еще. Можно обсудить отдельно. Ручка. Это тоже кожа коровья, крашенная в красный цвет, как и ножны. Им такое нравится. Вот шов. Шито все вручную. А, так вот, смотрите, здесь чуть-чуть, видите, вот шерсть торчит, да? Сейчас, как сделать фокус. Вот торчит шерсть. Я спросил специально, сказали, что они не бреют кожу перед тем, как делать ручку. И ее делают, то есть там деревяшки две, потом сверху обмотана проволока, вот она дает такое ребрение. То есть, чтобы удобно было держать, да? И обматывают кожей, шерстью внутрь. Что это дает, тоже для меня незнакомая практика. То есть, я такого раньше не видел, чтобы на ножах или на мечах делали ручки. Ставят обычно просто кожу, без шерсти. Что это дает? Оно так приятно пружинит в руке и смещает, когда ты рубишь древесину какую-то, да, наносишь удары. Знаете, когда руки сушат, есть такой эффект. Вот, чтобы руки не сушило, вот как бы такая ситуация. То есть, довольно интересная идея. И тут вот отсюда тоже шерсть торчит чуть-чуть, вот клочок маленький. Вот, ручка очень удобная штука такая, прям, ну вот, видно, что прям берешь в руку и хочется что-то убить, да? И смотрите, еще момент. Кто-то из вас уже заметил, здесь есть клеймо, крокодил. А, дело в том, что как только стали завозить мачете откуда-то извне Африки, да, масаи тут же эту тему подхватили и стали обычные мачете скупать и перетачивать их под форму, которая нужна им. Почему нет? То есть довольно хорошая практика, правильная, да. Зачем ковать с нуля, из руды, из какой-то, из железа, если ты можешь купить и переточить под приятную, модную для тебя форму. То есть в данный момент сейчас и куют свое, и перетачивают из обычных каких-то клинков мачете. Да? Я в сталях плохо разбираюсь, он закален, то есть он хорошо играет. И, в принципе, я пробую ему рубить деревяшки всякие, древесину, он рубит просто отлично. Прям очень хорошо сидит в руке. У него баланс вот примерно в этом месте, то есть не баланс, а вес смещен вперед. Поэтому очень удобно рубить. Значит, используют ли масаи сейчас это против людей? Да, конечно, используют постоянно. У них, во-первых, межплеменные какие-то конфликты постоянно бывают. Во-вторых, например, масаи очень часто нанимаются охранниками. Он всегда при оружии, вообще всегда. И у меня, например, в Африке есть подруга. Она из бывшего СССР. Она уже много лет там живет на Занзибаре, купила себе дом. Я знаю, что она смотрит, привет, ее зовут Зузу, это, ну, африканский никнейм, да, и она прям рассказала историю, что у нее дом с землей, с участком, с забором, естественно, в Африке везде огромные заборы, особенно на Занзибаре, там повышенная криминогенность, и у нее, вообще там, у всех, в принципе, обязательно, если ты снимаешь дом, отдельно стоящий у тебя должен быть охранник. Охранники все всегда масаи, как правило, он там 99%. И однажды к ней припрыгнул, перелез забор вор, ее не было дома, а масаи его вот именно таким мечом всего изрезал, изрубил, она говорит, что приехала. То есть вор не умер, его арестовали, отвезли там в больницу, потом в тюрьму,
весь двор был залит кровью. То есть эти ребята умеют пользоваться оружием и не стесняются этого делать. Вот, то есть вполне рабочая штука. Ну, те, кто не разбирается, спросят, почему там не длинный, вот как в фильмах, да, меч должен быть вот такой ширины, вот такой огроменной длины, весить там 12 пудов, весь каких-то в кренделях, в узорах, там в фильмах обычно делают. Вот этого вполне достаточно, чтобы убить любого человека. Совершенно любого вообще. Тем более, если он без доспехов, да. А где они взяли, когда у них появились мечи, я, к сожалению, сейчас эту информацию не выкопал. Дело в том, что, естественно, у них письменных источников никаких нету. Ну, копай потихоньку, если найду, расскажу вам. То есть, с какой эпохи, когда примерно они у них появились и стали настолько модными, что масаи все всегда ходят с мечами. Увидеть масаи без меча очень-очень сложно. А у нас будет видео про масаев, которые делают щиты в деревне. Но вот это как раз те самые масаи, я рассказывал, которые осели, перестали вести кочевой образ жизни. Значит, они занимаются и скотоводством, и земледелием, и занимаются ручным трудом. Вот, в частности, дедуля делает щиты, да. Я говорю, что это масаи таких других масаев, которые отошли от традиций канонов, презирают. Презирают вообще. Вот, и, собственно, там, на этом видео, можно увидеть масаев в современной одежде и без мечей. По мнению настоящих матерых масаев, это вообще не масаи вовсе, это какие-то презренные предатели. Вот, у каждого масая должна быть такая штука. Так, дальше. Штука, про которую я уже рассказывал, да? Вот, она не должна быть у каждого масая. Такие выдают только всяким лидерам, героям, которые совершили какие-то подвиги. Тоже у нее куча названий. Давайте сейчас вам, например. То есть, смотрите, меч у нас назывался Сэме, да? Вот, а дубинка вот эта вот называется Оркума, Рунгу и Марани. Ну, давайте будем ее называть просто дубинка. Кстати, я слышал еще, наверное, 3-4 названия точно, кроме вот этих, которые я вам прочитал. Потому что в каждом... Я говорил, что у них разные языки и наречия. Это совершенно нормально. Объяснял, почему. Так вот, эта дубинка, то же самое. Очень легкая штука, потому что с ней надо очень много ходить и бегать, а не просто выпендриваться, да? Там, фотографироваться только и все. Совершенно рабочая вещь, у меня она вон там, смотрите, со сколами. Вот, у нее, вот сейчас видно, пимпочка здесь, это чтобы массу всего удара сюда перенести. Дают такую только всяким авторитетным людям. Значит, это только чтобы убивать людей. Если у нас меч, он, чтобы выживать, это по сути сельхозинструмент и для войны тоже, это только для людей, больше не для чего. Причем, мне рассказывали, что ее используют для обороны, но вот смотрите, меня бьют мечом, да, эта штука легко его зацепить и свести. Вот масаи говорят, что пользуются постоянно для отражения. Ну как, пользовались. Сейчас-то понятно, что войны постоянно нет, но именно, сейчас я меч уберу пока, вот, именно тренируются они постоянно. Я очень часто прям еду и смотрю, они где-то там на горизонте в саванне стоят, друг друга лупят. Понятно, что не мечами, посох используют как щит, и вот эта палка, которая стекает коров, ей фехтуют друг с другом, занимаются. Свои мысли об этом буду рассказывать. Так вот, вот эта палка, это только для того, чтобы убивать людей. Она очень маленькая, легенькая. В сувенирных магазинах продают уже такие, знаете, увеличенные раза в три, там, чтобы шар вот такой был, самана, чтобы вот так вот не обхватишь пальцами. Почему? Я думаю, что когда туристы, они же туристам продают, это настоящая штука, не туристическая, да? Они же туристам продают. И туристы такие, а что она такая маленькая, а что такая хилая, вот я даже тещу не смогу ей там прибить, да? Поэтому стали увеличивать, на самом деле не нужно ничего больше вот этой штуки, чтобы убить человека. Вот, она очень такая твердая, это тик, я думаю, что это тиковое дерево. Вот, она немного совсем весит, но у нее конструкция вся, геометрия такая, что она, ну, можно ей очень сильно ударить, да, человека. Сила удара у нее просто гигантская должна быть. Вот, и сейчас покажу вам еще одну, она поменьше. Смотрите, она прям так, вот, да.
Она поизящнее, потоньше. Смотрите, она вот, видите, если так, в таком ракурсе смотреть. Она еще меньше весит. Я не знаю, что это за дерево, оно намного темнее. И, кстати, я заметил, она очень приятно пахнет дымом. То есть это вот у Масаев дома она лежала, они же там костер палят, женщины, прямо в помещении, в доме в самом, да, и она пропиталась запахом дыма. Не знаю, что за дерево, но не черное дерево точно, может быть красное. Распиливать, ковырять не хочется ее. Вот она чуть-чуть поизящней, она полегче где-то на треть, она прям совсем легкая. То же самое, ей человека убить с одного удара вообще элементарно. Такая тоненькая, тут видны следы, что... Вот сейчас видно, да? Сейчас попробую фокус навести. Темновато сегодня у нас, к сожалению. Видно, что ей лупили людей. Следы ударов есть. Ну, может, не людей, может, кого-то или что-то лупили. И интересный такой момент. Смотрите, здесь четко, явно видно, что выведено на ребро. Вот мне интересно, зачем выведено. Просто для красоты, ну, как бы, типа, эстетика. Ну, хотя, видите, они оружие практически не украшают. Вот. Или человек, который это делал, думал о том, что он может еще бить вот так вот, тогда она будет иметь рассекающий такой эффект. Рассекающий, дробящий. Не знаю. Не могу сказать ничего об этом. Сказали, что масаи еще эти дубинки используют как метательные, то есть метают в птицу в какую-то. Ну, допустим, в Африке я в огромных количествах громадных видел цесарки, там бегают толпами прям по саванне. Они именно бегают, они летать не очень любят. И, в принципе, эту дубинку можно метнуть, да, и цесарку прибить, переломать ей кости. Но, опять же, зачем это ребро? Для птицы оно тоже не нужно, вот этого вполне достаточно. Также много раз спрашивали, зачем тут остренький кончик. То же самое, не знаю, зачем он нужен, никаких у меня идей нет, вряд ли они кому-то там в глаза ими тыкали. Скорее всего, просто для красоты, я думаю, и все. Вот, очень приятная штука, очень приятно сидит в руке, и ты понимаешь, что, в принципе, этого веса действительно достаточно. То есть, это очень серьезное, грозное оружие. А у меня такой вопрос с точки зрения практики. Смотрите, это тебе нужно найти дерево, которое растет вот так вот, вот ствол будет, да? И из него сучок. Это дерево нужно спилить. А стамесок, пил и всего остального масаев не особо. То есть, эта вся работа делается, скорее всего, вот этим вот тесаком. Ножом этим, скорее всего, и делается. И представьте, какую гигантскую надо проделать работу, чтобы в тике или в красном дереве вот спилить ствол и вот эту штуку вырезать. Это же как бы действительно сучок был. Тут вот даже видно, да? Что это прям сучок, рос, вот был ствол, это ствола вырезана, это был сучок. Ну, или ветка. Это очень серьезная, большая работа. Тогда вопрос такой встает, зачем вот эта пимпочка? Ведь, по сути, если логически размышлять, вот тут вот кружка, вот с кулаком, там, какой кулак получается, пол кулака размером, да? Вполне хватило бы. То есть, сделать шарик тут. Работы намного меньше, это намного легче сделать. Более того, ты когда бьешь... Вот мне кажется, что если, например, у тебя руки вспотели или в пыли, например, и потные при этом, да, ты бьешь, она элементарно может, во-первых, плашмя ударить, эффект будет совсем не тот. Во-вторых, она может развернуться очень легко в руке. В принципе, вот ты там, допустим, замахиваешься, она развернулась, да, вот она у меня уже криво стала в руке. Ты ударишь или плашмя, или ударишь вот этой стороной, эффект будет совершенно не тот. То есть тебе нужно следить в процессе боя там или нападения. Или даже вот оборона, она у тебя перевернулась, тебя бьют мечом, ты вот так вот защитился, меч соскочил тебе в лоб, например. То есть, это не очень практично. Намного логичнее сделать дубинку, вот, чтобы она просто здесь был шар. То есть, любой стороной какой-то не поверни, у тебя ударная рабочая сторона получается всегда со всех сторон, да? Это намного логичней. Зачем мучиться вот это вот вырезать и зачем потом испытывать неудобства при в бою, там, чтобы она развернулась, например. Мне непонятно совершенно. У меня есть такое предположение, если есть среди вас специалисты по оружию, подскажите мне, прав я, не прав. У меня есть предположение, что это не что иное, как эволюция копьеметалки. Вот смотрите, что такое копьеметалка. То есть это такая палка с крючком на конце, в которую заряжали, она, эта штука была по всему миру, вообще везде.
В нее заряжали такие длинные-длинные стрелы, метра там по два, по два с половиной, по три длиной, да, копья с оперением. И за счет того, что рука получается длиннее, на 50% у тебя еще, у тебя рычаг намного длиннее, то есть ты закладываешь стрелу, вот сюда ее упираешь концом, то есть здесь перья у нее, пальцем зажимаешь стрелу, и когда ты метаешь, у тебя получается рука намного длиннее, да, соответственно, с копьё летит намного дальше и мощнее, и сильнее летает. На Ютубе можно очень много видео найти, даже на русском есть ребята, которые все это делали. Напишите копьеметалка, там все увидите. Так вот, у меня есть идея, что эта штука не что иное, как эволюция копьеметалки. То есть, они бегали с этими палками, у которых на конце было здесь утяжеление обязательно, чтобы легче было метать, да? И здесь был крючок, куда нужно было упирать. Ну, или такая зазубрина, они там самые разные были. Куда упирать копье. Я думаю, что они бегали-бегали, и однажды, наверное, когда появилось скотоводство, то есть ценность охоты и нужда в охоте ушла на второй план. Когда у тебя зачем бегать, рисковать, да, неизвестно там куда. Есть у тебя вот корову, паси, режь их и питайся. Вот, то есть ценность охоты, охота ушла на второй план, по крайней мере у масаев точно. Но вот эта копьеметалка, она осталась в быту и в обиходе. Но это версия. Потому что, ну а в кого, если ты не охотишь, в кого метать вот эти огромные дротики? Ну, в коров, как бы, коров подошел, тюкнул по голове, она умерла. Вот. А сама эта штука осталась. Она больше как статусная, но ее используют на войне, кстати. В Латинской Америке, у ацтеков тоже эта штука была очень популярна. Я думаю, что многие из вас сразу вспомнили, да, когда увидели. Вот, их очень много делали, они очень популярны. Посмотрите тоже, погуглите. Вот ацтеки, я знаю, что копьеметалки использовать и на войне очень любили. Вот, как бы, у меня есть версия, что просто они подумали, а почему бы этой штукой и не бить сразу заодно, да? Просто ее утяжелили, потому что здесь, видите, здесь даже изгиб такой есть. В принципе, сюда можно, если здесь просверлить небольшое углубление, сюда можно вставлять стрелу. Это как версия, не ругайте, если я не прав, все нормально. Так, что еще? По поводу копий, там небольшая неразбериха получилась. Значит, смотрите, какой момент. Я видел несколько раз, как масаи бежали по саванне с длинными копьями, ну, метра по два, с половиной, где-то вот так вот. Но у них в деревнях я не нашел. То есть, они говорят, да, да, мы видели, вот в какой-то другой деревне есть. И я спрашивал, почему у кого-то длинный, у кого-то короткий. Говорят, это просто вот кому какое нравится, и все. Поэтому тот сюжет, где дедушка на рынке продает копья, потом мы поехали к нему в мастерскую, я говорю, что их насаживают на посох. Нет, это не посох, я ошибся, это палка размером с посох, даже короче, бывают вообще вот такие, да, совсем маленькие древки. Дедушка сказал, что ему их так удобнее перевозить, а кто хочет, потом снимают поток и наконечник и переставляют на длинную палку. Но вот я таких не встретил, кому удобно была бы длинная палка. Так, ну вроде все, про щиты все понятно. Значит, щиты сейчас в стычках, в столкновениях уже не используют, используют только в церемониях в Танзании. Но я читал, слышал, что, например, на границе Кении и в Эфиопии, именно между масаями, там тоже есть довольно серьезные стычки с большими потерями, и там они используют и метательные, то есть метают друг друга копья, и, естественно, они используют щиты, чтобы от этих копий защититься. Тоже тут все понятно. То есть, даже вживую, возможно, мы сможем где-то это еще увидеть. Но вот в Танзании уже нет. В Танзании они обходятся дубинками и мечами на данный момент. Так, вроде все. Продолжаем дальше смотреть. Итак, это было немножко инфы про меч и про дубинки, да? Там мои мысли и мысли моего помощника. Значит, сейчас смотреть сюжет. Совершенно нет, категорически нет туристическое место, да. Вот я просто ехал из Аруши куда-то там по своим делам, значит, копать камни. И вот увидел, что много-много народ толпится, понял, что там что-то происходит, остановился, там такой рынок. И вот вам яркий пример, что у аборигенов, они когда видят иностранца, ну это в интернете такие типа легенды ходят,
Они прям вот готовы все отдать за бесплатно, поменять там что-то на бусы стеклянные или там по $1 я покупаю у них эти рубины, по 1 000 000 продаю. Вот смотрите, такая ситуация. Дедушка там продавал копья, воткнутые, да, в землю. И он просто, когда меня увидел, я с ним стал разговаривать через переводчика. Дедуля, кстати, не масай и не банту, он какое-то племя другое, не помню. Вот, он просто впал, знаете, в этот, в какой-то, я это называю затупа, впал в затупу, и мы его спрашивали, можно ли мы сейчас поедем к тебе в твою мастерскую и снимем там копья? Он говорит, можно. Сколько это будет стоить? Он говорит, 2 миллиона шиллингов. 2 миллиона шиллингов, это 800 примерно долларов. Мы ему говорим, ты что, охренел, что ли? Ну, какие, блин, $800? Мы посмотрим, мы не будем, мы не хотим купить весь магазин, мы не хотим купить твой дом. Мы хотим посмотреть, снять видео, там, 3 минуты. Он говорит, 2 миллиона. И все, его переклинило, значит, у него там пластинка заела, и он просто сидел такой в машине, 2 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона. Я спрашиваю, почему так дорого? Он говорит, потому что в Мзунгу, а это моя работа, делать копии. Я на этом зарабатываю, я должен заработать на том, что вы приедете, у меня что-то снимете на телефон. То есть это не телевидение к нему едет с микрофонами, там, с камерами. Поэтому, к сожалению, не расслабляются они, когда видят Мзунгу, не продают все за $1, да, хотелось бы, но не получается. Вот, я вообще уже хотел отказаться, потому что не был готов платить $800 за 2 минуты видео, как копья стоят в сарае, вот, потом я пошел на военную хитрость. Я говорю, а сколько у тебя стоит самый дешевый копье? Он говорит, 40 тысяч шиллингов, 40 тысяч шиллингов. Посчитайте, короче, $100 стоит 230 тысяч шиллингов. Это сколько? Ну, вообще какая-то хрень, да, совсем мало. Я говорю, а можно ли к тебе в магазин заехать, вот если я буду покупать копье и там пофотать или что-то снять? Он говорит, так можно. Ну, то есть, я ему до этого предлагал $200 за съемки. Или там говорю, ну, $200 тебе дам. Он говорит, нет, 800, все. Ну, то есть, мужик обманул сам себя. Вот такая вот народная хитрость, мудрость. Это, конечно, смешно и глупо очень выглядит. Это вот одна из причин, почему я, если еду что-то снимать, я еду уже к дрессированным, проверенным, тренированным людям, которые не боятся Мзунгу, их не клинит от этого. Да, это, в принципе, в любой стране так. Вот, они уже знают нормальную цену, человеческую, для своих каких-то услуг. Да, вот, собственно, почему мы оказались в той масайской деревне, про которую был предыдущий сюжет, и будут еще. Вот этот дедушка, это яркий пример, что они или вообще их клинит, они не знают, сколько попросить, или просят сразу там, ну, хотя бы 1 000 000 000. Вот. Про копья. Мне, вот я сейчас на войне общался с военным историком Климом Жуковым, и там еще было несколько людей, которые занимаются серьезно археологией, историей оружия. Никаких у нас версий нет, почему у них такие неудобные копья, то есть... Да, их насаживают на такие коротенькие древка, как вы сейчас увидите. Их насаживают на чуть подлиннее. Их на посохи насаживают. Но опять же, посох, он там 50-60 сантиметров, да, длиной. Это очень неудобно для ходьбы. То есть, ты его на плечо не положишь. У тебя получается, ты его несешь, у тебя наконечник острый на плече лежит. Это как бы больно, опасно, неприятно. Ты не можешь обороняться. Вот на тебя, допустим, лев нападает или человек. Тебе хочется как можно дальше от него казаться. Ты не можешь его выставить. То есть смысл копья в том, что ты его выставляешь, оно далеко. Ты противника поражаешь издали, ну там метров с двух, да, не так страшно уже. А тут вот оно маленькое, его нести неудобно, и колоть неудобно. Тебе приходится вплотную приближаться к животному, ко льву к тому же, да, или к человеку, он тебя, в принципе, может на таком расстоянии даже дубинкой огреть, вот этой, которую мой помощник из Черногории показывал. Ну, то есть, мы эту загадку не разгадали, если у вас есть какие-то идеи, пишите. У нас есть две версии. Моя версия, что в саванне сложно найти длинную, ровную, прямую палку. Ну, она, наверное, как бы... Нет, не имеет отношения к реальности. Скорее всего, они при желании могут найти или выпрямить над паром. Они не настолько глупые, да? А у Клима есть версия, у Клима Жукова, что когда во льва попадает это копье с огромным этим наконечником, например, да, лев может лапой сломать древко, если оно длинное.
и дальше бегать. С наконечником в теле легче бегать, чем с двухметровым, например, с двухметровой палкой. Но опять же, это версия. То есть, а вот короткую, типа, он сломать не может, ну, тоже, наверное, неправильно как-то. В общем, в этом плане мы в тупике, и местные говорят, у нас такие копья, потому что у нас такие копья. Все. Значит, место, где мы сейчас будем смотреть копья, точно на 100% не для туристов. 100%. Туристам копья не продают, туристов с копьями в самолеты не пускают. Ну и туристов я там на рынке нигде не видел. Смотрим про копья. Я попал случайно, ехали на машине просто на местный ковбойский рынок. Тут масаи продают масаям. Никаких туристов и даже нету банту. Ну то есть местных не масаев здесь нету. Масаи масаям продают коров, мечи, копья, обувь. Все настоящее, никаких сувенирных всяких разводов нету совершенно. Очень круто все выглядит, очень интересно. Вот. Yes. А? Мне тут попытались объяснить, что нельзя снимать. А я им опять объяснил, что тут у нас конституция, свобода. И что это место государственное, публичное. Я могу делать тут, что хочу. Ну, в плане снимать и не снимать. Вот, причем довольно хорошо по-английски ребята говорили. Говорят, что прежде чем снимать, что-то надо было спрашивать у меня. Вот. Смотрите, как все прикольно. И у них такие коровы необычные. То есть, вообще коровы были одомашнены в Средней Азии, да? Но они попали сюда давно. И у них они совсем другие. Они маленького роста, но при этом такие довольно массивные. И вот, собственно, вся жизнь коров, это... Вся жизнь масаев, это покупка и продажа коров. У них весь смысл жизни в коровах, да, полностью. А вон там, видите, трибуна. И там их по очереди коров подгоняют. А это, видимо, какие-то местные богатые ребята сидят и говорят, беру, не беру. Тоже прикольно. Вот, по поводу масайского бизнеса, я немножко тут с цифрами ознакомился. Смотрите, какой момент. Одна взрослая корова, которая уже нагуляла там массу, да, стоит примерно $1000. Ну, там плюс-минус 200, от 800 до 1200 примерно. Вот. Значит, с масаи, у которых лично стадо его 700, 800, 1000 коров. Это норма. То есть это не самый богатый, это нормальный мужик. Не бездельник и не алкаш, да? Вот, смотрите. Значит, $1000 умножить на 700. 700 тысяч долларов. То есть получается, что по нашим меркам-то они в принципе не бедные, но наличных именно денег у них нету. Плюс у них толпы детей, да, и опять же коров надо кормить, лечить. Ну то есть расходы есть какие-то, но, например, если все стадо продать единовременно, то, ну, 1600 ему останется на руки. Вот, то есть такая тоже довольно интересная математика. Я помню, мне когда-то про чукчи рассказывали, ну, наши северные народы, да, всякие, которые оленями занимаются, что там половина миллионеры. Но я так с юмором к этому относился, а сейчас понимаю, что нет, действительно. Действительно, это как бы все реально присутствует. Так, ну и сейчас вам покажу немножко, где оружие продают. И очень мне нравится масайская обувь. То есть у масаев в облике все традиционно, кроме обуви. Обувь они полностью сменили. Я не знаю, какую они раньше обувь носили, потому что этого не осталось больше. То есть у всех масаев, даже у самых диких, обувь вот такая вот. Из шин. Вот смотрите, вот он стоит. Видите, у него какая обувь. Вот это, собственно, продавец обуви. Он тут сразу по размеру подгоняет.
И колокольчики для коров тоже. Вот, тут посохи масайские, которые он же копьет. То есть это посох, на который в случае нужды приделывается наконечник, да? Мечи. Еще мечи. Вот, меч поближе вам покажу. И сейчас вам покажу, где наконечники на копья продают. Вот. Вот они. Про копья расскажу чуть попозже, тут очень громко. Приехали мы в деревеньку поблизости, тут тоже такие оседлые масаи живут. И судя по платкам, у девочек не только масаи. Вот, и это не дом, это мастерская. Здесь делают копья. Вот у них паковки. Паковки покупают в другой деревне, которая называется Моджи. Мы потом туда поедем. Тут, в принципе, вот такая форма. А, где-то, наверное, около 3 сантиметров дырка. Это я изъясняюсь языком, понятным всем. Вот есть такой формы наконечник. Вот, они цельнокованные, естественно. То есть здесь не приварена сварка. Это поток. То есть это то, что вниз копья втыкается. Одевается на нижнюю часть копья. Вот. И сейчас я покажу вам разновидности. Значит, мне сказали, что они насаживают их на такие короткие палки, чтобы удобно было возить на рынок, с рынка продавать, потом, чтобы масаям было удобно их в город везти, но масаи их потом переустанавливают на свои посохи или на более длинные древко копья, да. Вот. Значит, есть несколько разных форм. Спросил, в чем разница, почему они разные, какое у них назначение. Кстати, спросил, сказали, что они каленые, они уже сразу заточенные продают. Их надо, конечно, довести чуть еще, но оно уже острое. Вот, сначала я, естественно, думал, что это все для туристов, что это все сувениры. Но потом я вот сегодня, это уже третий раз был, когда я увидел на рынке, где... исключительно только масаи продают для масаев, то есть скотоводческий рынок, да, там как раз стоял вот этот дедуля, Майкл его зовут, мы с ним познакомились, который продает копья, он сказал, что никаких иностранцев он никогда не видел, и он английского-то и не знает, а он продает масаям копья. А, вот, и я говорил, да, что видел по саванне бежал масай, тут вообще какой-то это просто меч, насаженный на палку. Вот. Вот он такой. Он тоже подточенный уже сразу. Такая здоровая хрень огромная. Не знаю, для чего это. Так. Это попроще. Но тоже очень большой наконечник. Все смазано, наточено. Так вот, я видел несколько раз, как по саванне бежали масаи с копьями на плече. Поэтому я на 100% уверен, что это не сувениры. Это вот поменьше размером. Что-то оно какое-то кривоватое, или мне кажется, несимметричное, да? Вот, есть такие. Так вот, я спросил, зачем так много видов? Они говорят, ну, это кому какое нравится, и все. Вот, и у них обязательно на каждом копье есть... поток. Вот такая штука. Может, и неправильно называю. Специалисты меня могут поправить. То есть вообще на каждом копье всегда. И в саванне, которую я видел, где бежали масаи, у них тоже эта штука была на копье. Вот такое разнообразие. Это еще не все наконечники. Их на самом деле больше. Их, наверное, штук 10-12 разных. Вот такие вещи у нас. То есть масаи до сих пор по сей день используют копья. Так, и тут у нас по смыслу подходит вот это видео, я его снимал давно, мы узнали, что есть некая деревня с презренными масаями, которые начали вести оседлый образ жизни, для остальных масаев все, это уже не масаи вообще, не мужики,
Вот. Они занимаются и скотоводством, и сельским хозяйством, ходят в обычной одежде. Это вот то, что может, в принципе, со всеми масаями произойти довольно быстро, в течение там пары поколений, а может быть даже еще быстрее, да, потому что сейчас большая часть их детей уже начали учиться в школе. Это и хорошо, и плохо одновременно, конечно же. Для меня, как для любителя этнографии и антропологии, это очень плохо и печально. Для них это хорошо, потому что образованные дети умные, они знают, что надо обращаться в больницу, рожать надо в госпитале, соответственно, будет меньше детская смертность и всякое такое, да. Так, значит, то, что это масаи, которые среди масаев не считаются масаями, мы уже обсудили. Далее, я там говорю, что я пока ни у кого здесь не видел автомата Калашников. Я потом видел автомат Калашников. Посмотрите ту серию, где я ездил за рубинами. Там у местных бандитов были автоматы. Насколько я понимаю, это просто для понту они у них есть. Возможно, они даже не рабочие, потому что за 6 месяцев в Танзании ситуации, где они действительно нужны были, я ни разу не наблюдал, про такие даже не слышал вообще. Вот. А получается, что огнестрельное оружие запрещено законом охотничье, чтобы браконьеры не могли притвориться добрыми, хорошими охотниками, да, и там отстреливать животных. Вот. И, собственно, благодаря этому люди до сих пор пользуются копьями, дубинками, мечами. Это, конечно, очень круто. То есть, это отлично просто. Так, что я хотел вам сказать? Секундочку. А, вот, такой момент. Для тех, кто плохо разбирается, значит, почему щиты разных размеров? Сейчас вы увидите там, да, есть прям совсем маленькие, но вот маленькие точно для туристов, вы скажете, и вы будете неправы совершенно. Я как человек, который занимается фехтованием военным, мы именно сражаемся на этих мечах со щитами. У нас единственное, что у нас мечи железные, единственное, что они затупленные, да. Вот, и у нас получают совершенно нормальные травмы, переломы и рассечения, все что угодно. Смотрите, воевать с большим щитом неудобно. Вот большой щит, у меня, например, щиты на англосаксов, до этого я занимался на викингов, 90 сантиметров, да, то есть такой почти метр кружок, или линзовидный он есть. Неудобно, он сковывает движение, он тебе не дает перемещаться быстро, он тяжело, много весит, он тяжелый, рука устает. Он тебе же не дает хорошо рукой этой, которая с мечом работает, да, он у тебя обзор забирает. Вот, фехтовать, именно фехтовать, то есть рубка, когда идет на мечах, на топорах, маленький щит намного удобней, намного удобней. То есть им и оперировать удобнее, и перемещаться быстрее, и он меньше весит. Зачем тогда большие щиты были у тех же викингов, там у славян, русичей, и много у кого, у масаев такие огромные ростовые щиты, да, сейчас вы и такие тоже увидите. Это все исключительно для защиты от дистанционного оружия. То есть, это когда метали друг друга копья, дротики, да, маленькие, еще, ну, на русском языке это называлось сулица. Сулица. Вот. Дротик, да, давайте будем называть. И стреляли друг друга из луков, прощами лупили, прощать такая петля, туда камешек закладывали или свинцовую пулю, так раскручивали и метали, да. Копьеметалками метали копья. Это то, что вот мой товарищ из Черногории рассказывал, мой сотрудник. Вот, то есть большие щиты удобны и нужны только для боя, в котором применяется метательное оружие. Вот, очень много сражений, как правило, и начиналось с метательного, и на этом же и заканчивалось. То есть конкретно в шибку, в копейный бой, а потом в рубку мечами переходили крайне редко. Ну вот, очень часто подходили, перекидывались, и на этом кого-то там ранили, кто-то напугался, на этом расходились, кто-то из участников считал себя проигравшей стороной, кто-то считал себя выигравшей, да. О том, что там сотни, десятки тысяч убили, это, как правило, уже потом придумывали. Вот, я думаю, что с масаями было примерно так же. Если ты выходишь против льва, большой щит не нужен, лев не кидает дротики и не мечет стрелами, да, вот, против людей, конечно же, он нужен, потому что люди вообще существа боязливые, им страшно, вот, они стараются издали покидать и поскорее свалить домой, вот, поэтому нужны были такие огромные щиты. Все типы щитов, которые плетет этот презренный масай-дедушка, значит, на самом деле уникальный дедуля, потому что, ну вот,
он действительно живой, еще, ну, не прям участник событий, но свидетель, живой свидетель событий, да, когда люди, по сути, воевали, используя средневековые, ранее средневековые методы и вооружения. Блин, это уникальный человек, вот, как бы, они уже заканчиваются, то есть, я в следующий раз, когда пойду, я хочу таких побольше поискать и, ну, прям пораспрашивать, чего, как убивали, как воевали. Там, видите, проблема, что с языковой формат, как бы, он не позволяет нормально поговорить, потому что вот этот дедуль, он плохо, ну, он не знал вообще суахили, нам приходилось там двойной перевод делать. Так вот, я сам себя перебил. Все щиты, которые нам показал дедуля, реально присутствовали в жизни, в военной жизни масаев, и это все можно проверить, отсматривая старые британские и всякие другие фоточки. То есть на фотках все щиты всех размеров есть. А вот, смотрим про щиты. Это вот самый большой щит, он, сейчас я скажу, он где-то мне по пояс получается. Вот. Сейчас я... Можно посмотреть его с другой стороны. То есть, с чего он сделан? Тут буйволиная кожа, или бычья кожа, да, шкура, вон, видно сквозь дырочку, она это толстая, миллиметра 3-4, наверное. Она просто, насколько понимаю, высушенная. Вот, значит, каркас из палок сушеных. Вот, палка по центру. Все это стянуто сыромятной кожей. Здесь ручка. Тут вот вставлен камешек, чтобы она высохла в форме для руки. Да? Вообще у масаев очень тонкие пальцы. У меня тонкие. Масай тоньше меня еще в несколько раз. Во всех местах. Сейчас я палочку... О, слушайте, он там прям засел, этот камень. Так, серьезно. Вот, но это чтобы создать пространство, которое мы делаем, мы, в смысле, реконструкторы, делаем с помощью умбона. Вот здесь, видите, такая выпуклость, туда можно пальцы просунуть. Весит он, ну, грамм, наверное, 600. То есть очень легкий. Для масаев важно, чтобы все было легким. Почему? Потому что они с этими штуками очень много и далеко бегают. Can you take out this stone, please? Yes. To keep it drying? Yes, yes, I know. I just want to... Yes. Ну вот, без камешка. Это выглядит примерно так. То есть рука, в принципе, комфортно пролазит. Но опять же, если в это место прилетит копье или дубинкой, пальцем все, хана, они будут раздроблены. Ну и получается, оно защищает меня где-то вот от колена. Блин, как снять? От колена до плеча. Где-то так. Вот. Так, и есть у нас маленькие щиты. Есть, тоже они у нас на просушке. Вот, это такой кулачный. Ну, он защищает от меча, да. Маленький фехтовальный. А этот, конечно, большой, который он... отстрела от дротиков, то есть то, чем метает. То, что для драки вот этого достаточно вполне, и он очень комфортно его носить, да, повесил на шнурочек и бегаешь. Он весит, не знаю, грамм 200, наверное, может, меньше. Вот, и от мечей он отлично защищает. А от дубинки, не знаю, если попадут опять же сюда вот по пальцам, то вряд ли. Вот, таких у него много. Вот еще. О, тут для моих пальцев подходит нормально. И, кстати, их подлинность, ну, то, что это не для туристов, да, можно подтвердить, каким образом. Очень много старых фотографий есть, где с этими маленькими щитками они стоят. В интернете погуглите «Масаи», «Old Photos», очень много найдете. Именно вот прям оно. Вот, этот посох. Это вот они делают тоже из твердых пород дерева, такие посохи. How you call this? Or parkway? Or I forget. This one. It is a moody. Moody. But bigger one. Orkuma. Orkuma. Orkuma, the one that one. This is moody. No, more longer.
Same name. А я видел в интернете другое название. Вот эти посохи, с которыми они ходят, да, чтобы удобнее было стоять, то есть они когда стоят, они так опираются, ну, видели. Вот на этот же посох они насаживают в случае войны наконечник копья. Видите, он какой тоненький, он большой палец, да, у меня такой же. И вперед, друг друга кляют. И человек всю жизнь ходит с этим посохом, с самого детства я вам показывал, да, он к нему поэтому привыкший. И я вот видел, когда масаи играли в футбол, например, у многих из них в руках оставались посохи вот эти. Они им совершенно не мешали никак. Они с ними бегали и футболили мячик. То же самое с мячом. Мячи у них на поясе всегда. Вообще всегда. Неважно, что они делают. Бегают, в футбол играют. Это у нас у заготовки для щитов. А это для... Тоже для щитов заготовки. Так, вот дедуля подготовил. Сейчас я сяду, буду снимать. Так, дедушка, sorry. What is your name again, please? Ромьяки. Ломняки. Ага, это у нас масай, пожилой старейшина. Ломняки его зовут. Масай have surname or not? Молен. Молен. And how they get surnames? Я говорю, откуда у масаев фамилии появились, как? Это же недавно совсем должно было произойти. Но он говорит, это они получают от дедушек прадедушек. В общем, никто не знает. Надо будет поинтересоваться у кого-нибудь более знающего. Так, делаем щит. Наточили кожу. Это заготовка порватая, не годится. Наточили нож. Какую кожу, блин? Нож наточили. Берем кожу. Она уже у нас засушена, на нее нанесен рисунок. И там даже дырки, я вижу, прошиты для шитья, пробиты. Значит, узор неважно какой, то есть это просто их традиционный узор и все. Ну, как у нас там дерево жизни, утка кони всякие, свастики, да. Вот у них такие треугольнички. Но важен цвет. Значит, у них после того, как им делают обрезание, посвящают их в мужчины, вот, они имеют право носить темные тона. Потому что, кстати, темные, вот я тоже себе хочу темную масайскую одежду, она более козырная. Мужчины могут носить более темные цвета. То есть черный, черный с красным, красный, темный, бордовый и все такое. А пацаны нет. И вот то же самое со щитами. Вот темный щит с back cover only for adult. Back cover only for adult. Yes. Черный цвет на рисунке только для взрослых дядь. Окей. В общем, покупают кожу, вырезают, сушат. Тут все понятно. Окей. Нарезают более мягкую кожу лентами такими. И, насколько я понял, на палку пришивают. В общем, начинают сшивать щит. Сейчас он будет нам это показывать. Окей. Дедушка сказал, что он, когда был молодым, не участвовал в сражениях со щитами, но другие ребята участвовали. And у нас двойной переводчик, потому что дедушка не понимает на суахили. Это его племянник, который стоит. Он переводит с масайского нам на суахили, а водитель суахили на английский. No kills. They use it and go to another houses. Beat them and take all cows. Какой грабитель, оказывается. Значит, они с друзьями нападали на другие деревни с копьями, со щитами, со всем оружием. И, значит, били их. Ну, забегали к ним в дом, били их и забирали всех коров. Это единственное, наверное, о чем масаи мечтают даже во сне. Забрать у всех коров. Кстати, я читаю сейчас много инфы по масаям, по религии, по культуре. Считается, что всю скотину в мире, вообще всю, коз, овец, коров, всех, боги подарили масаям. Не боги, а один бог, я забыл, как его зовут. И они считают, что вообще вся скотина в мире принадлежит им. И когда они видят у других племен коров или овец, или коз, они относились, ну, это раньше, конечно, было, да, они относились с большим к этому удивлением и считали, что какого хрена вы украли у масаев их стада,
и просто брали и сбирали их обратно, естественно, вызывая кучу вопросов. It's true. Ну, оказалось, что это правда. Это я в советской книжке читал, которая 70 какого-то года, не помню, 76-го, что ли, или 78-го, еще до того, как я родился. Видите, советская наука была впереди всей планеты. Даже Масаев изучали правильно. Сейчас в интернете можно столько всего прочитать, столько дурости всякой. Мне сейчас постоянно скидывают видосы, где вот эти вот племена, я не помню, как они называются правильно, которые мочой моют голову корове, говорят, смотри, смотри, это Масаи. Это не Масаи, Масаи так не делают. Они как бы больше в плане культуры приближены к нашим нормам. Я спросил, сколько он делает, продает в месяц. Он говорит, что делает в месяц несколько десятков, но в основном продает их в сувенирный магазин. И где-то 5-6 в месяц он делает и продает масаям. Это под заказ. Я спросил, отличается ли конструкция. Он сказал, что конструкция вообще никак не отличается совсем. Он все делает совершенно одинаково. Почему? Потому что по-другому не умеет. Он, у него, он, я уже вижу, что у него... Я сам просто шью сумки из кожи. Я вижу, что у него рука набита. И вряд ли у него есть два способа разных. Там типа для вашков и для своих. Скорее всего, он действительно делает все одинаково. Мы спросили, убивал ли он когда-нибудь львов. Did not kill. Он говорит, нет, никогда не убивал львов, только убегал от них. Няма, я знаю, няма это корова. А лев это Симба. А? From his tribe and his village. Ага. Он говорит, что много лет назад, сейчас у них деревня на горе стоит, говорит, ага, вот он шьет как раз, начал сшивать. Вот, деревня у них была в буше, и львы приходили, ели коров, ели коз и ели людей. И с его деревни тоже. Я спросил, были ли у них раньше калашниковы. У нас вот небольшое недопонимание. Он говорит, что автоматы есть только у браконьеров. Я говорю, что когда мы смотрим любую передачу про Африку, там у всех столько калашниковых, что они аж из задницы вываливаются. А здесь, по реалии, я никогда не видел калашников ни у кого. Сколько спрашивал, говорит, не-не, у нас нету, у нас нету, у нас нету. Я говорю, знаете, где есть? Не знаем. Ну, у солдат здесь видел, у армии. Yes. Он сказал, что иметь автомат в Танзании запрещено законом, потому что масаи живут в заповедниках в основном, да, и они что-то будут убивать всех подряд, животных. И плюс они не знают, где купить, нигде не продается. And? Вот, и по сей день для защиты от диких животных, например, от львов, они используют копья, и это не вранье, я лично сам видел. Когда мы ездили несколько раз, масаи прям бежали с копьями по саванне куда-то вот там по своим делам. Причем копья были довольно длинные у них такие, 2.5 метра. Поэтому это похоже на правду. А, окей, окей. Мне очень понравилось. Спросили... Yes. Спросил, знает ли дедуля, сколько ему лет. Они долго переводили, я поэтому выключаю запись, чтобы батарейку не посадить, все. Значит, он сказал, что точно не знает, могут только предполагать. Как определяли, ему выдавали когда ID, ну, типа как паспорт, да, там вписали возраст. Значит, как возраст писали? Он говорит, что мама с папой сказали, что я родился в тот год, когда был голод. И этот government, блин, это же это как его, администрация, да, администрация такие, да-да-да, мы знаем, примерно вот ты выглядишь там, допустим, на 50, значит, голод был там в таком-то там, допустим, в 56-м году, ну, давайте запишем, как будто ты родился в 56-м, все, нормально, пойдет, теперь хорошо, вот, поэтому вот так вот всех оформляют, или там... В тот год, когда была война между племенами родился. Или в тот год, когда было много, родилось много коров, например. А типа в администрации записывали с самого начала, что в этом году не было еды, в этом году там все было наводнение, все затопило. Вот в этом году львы съели всех коров. И т.д. и т.п. Ну прикольно, что нормально. Вот, кстати, пока мы сидим, он уже так форму почти закончил. И ему даже месяц написали.
Потому что он сказал, что папа с мамой сказали, что когда он родился, собирали урожай кукурузы. Эти банту. Масаи же не сажают, не собирают в основном, да? А банту, да. Ну и вот они мимо пробегали и видели, что там кукурузу собирали. Это значит, допустим, март. Вот, то есть вот так вот календари все определяют. Прикольно. Мне очень понравилась ситуация, что когда мы его спросили, убивал ли он львов, он сказал, нет, я только от них сваливал. И все. Другой бы дедушка сказал, да, я их там направо-налево валил, как щенков этих львов. Ну, то есть, видите, такой правдивый. Ну, хотя, возможно, у масаев не принято такое про себя рассказывать, потому что все племя знает про все подвиги. И, наверное, за это могут тоже захейтить, как сейчас говорится. А, вот он вам переводит, интересно, что он ответит. What he say? Ага, он говорит, что почти все убегали от львов, но некоторые, да, действительно, там, некоторые, не он, некоторые смогли их убить. Я спросил, что я на старых фотках, там, 19 века, видел, масаи использовали щиты ростовые, ну, то есть он вообще в полный рост щит, да, вот, и спросил, где мы можем такие видеть, делает ли он такие, он говорит, что такие не заказывают, потому что это щит исключительно только для войны, то есть это когда из лука все друг друга посыпают просто стрелами, да, и когда стрелы как дождь, вот такие щиты нужны, потому что для фехтования, для драки они, конечно, очень неудобные, такие щиты, и он сказал, что такие щиты не заказывают, потому что войн серьезных нету, есть только такие межплеменные конфликты, где обходятся фехтованием в основном. А для фехтования больше большой щит не нужен. Я через переводчика дедушке рассказываю, что я реконструктор и тоже делаю щиты. Поэтому мне, в принципе, понятен весь принцип. И что мы даже воюем. И если у него глаза позволяют, то я ему сейчас хочу показать фоточки, видосики с войны с нашей, с войны викингов. Что, в принципе, принцип весь тот же самый совершенно. Ничего необычного и удивительного для меня тут нету. А это вот принесли палки. Причем это не бамбук. Или это бамбук? Здесь есть бамбук или нет? Но. Ага, это твердая порода дерева. Ее нарезали вдоль по стволу. Это как раз вот для ручки, для поперечины, за которую держаться. Yes, yes, I know, yes. Да, вот та самая. Показываю устройство вокруг. Сначала маленький. Is it a glass? А? Is it a glass used to drink the... Yes, yes, wait, please. Вот, то есть здесь... Ну, у меня пальцы тонкие, я говорю, у масаев еще тоньше, да? Помещается вот таким образом рука. Вот, и... Wait a moment. И вот такое вот это уже для... Когда в сражении участвуют луки, метательное оружие. Все то же самое, только больше. Только больше и другой. Вот он так выглядит. Очень легкое все, потому что они с этими штуками много-много бегают. Я попросил показать, как они... потому что есть разные стили. Можно стоять в полный рост со щитом и защищаться именно движением руки, да? А можно пригибаться. А, so, ага, все, я понял, окей. Understand. So they make body shot like this. Yes. Значит, они приседали и пригибались. Понятно. Окей, okay, nice. Thank you very much. Ага, попросил палку. Окей, okay, посмотрим. Это от настоящего участника событий, не как-нибудь. Это вам не фильмы, не Голливуд всякие. Угу. Окей. Okay. Thank you. Nice. Thank you very much. Я задал вопрос дедуле, почему... Ну, знает ли он что-то про историю мечей, потому что мечи подозрительно сильно по пропорциям, по размерам и по дизайну похожи на гладиусы римские. А масаи, они в 16 веке сюда пришли с Южного Нила. Вот, может быть, он что-то знает об этом, потому что я в литературе пока ничего не нашел. Cut it and eat the meat. But they use for war also. Yes. Yes. Ну, дедушка сказал, что когда корова болеет, выглядит больной, этим мечом надрезают у нее вену, спускает кровь. Если корова стала себя лучше чувствовать, молодец. Если нет,
Если померла, ее разделывают и едят. Отличная история, мне кажется, очень хорошая. Окей, thank you. Итак, вот такой сюжет про оружие получился. Значит, если у вас есть вопросы, пишите. Можем сделать также традиционно ответы на вопросы после этой серии. Вот, я, конечно, несомненно, буду еще ездить опрашивать там местных ветеранов, видите, которые участвовали там в каких-то действиях. Вот, говорят, что на северной границе, на южной, извиняюсь, границе Эфиопии масаи до сих пор лупят друг друга и опять же лупят вот средневековым оружием. Я собираюсь в Эфиопию, обязательно посмотрю, что смогу, там найду, расследую. Вот, значит, про Нгоронгоро серия будет обязательно, не переживайте, про Черногорию, про все остальное все будет. То есть, все, что я планировал, я все буду делать. У меня был небольшой отпуск, я участвовал в войне викингов почти где-то недели три, да, меня не было на связи, поэтому все хорошо, пишите вопросы, всем привет и не болейте, берегите себя и родных.